Пан Роман, також відбулася потужна атака безпілотниками на Новгородська область. Це значно північніше від Москви. Там є аеродром «Сонце». І начебто там базувалися, от є в нас знімки і супутника, там є військовий аеродром. Попередньо там базувалось мінімум 10 Ту-22М3. І за повідомленнями, як мінімум в два таких літака нам вдалося влучити. Наскільки це хороше влучання якісне і наскільки серйозні ці от є Ту-22М3? Это та машина, которая несет ракету Х-22. Мы постоянно о ней слышим. Это те ракеты, которые унесли очень много жизней в Днепре. Та ракета она ударила в жилой дом. Такая же ракета, опять же, по Днепру они отработали в последнее время. И Х-22, старая советская ракета, мы их передали, тот же Днепровский Кучма передал их в свое время россиянам, теперь они к нам летят обратно. Так вот, Ту-22М3 – это как раз носитель этих ракет. Две снаряженные ракеты он может нести или три пустые при переброске с одного аэродрома на другой. Вот по две ракеты они пытаются запускать. Одна из баз – это «Солнце», одна из баз сейчас – «Моздок». Вот они из «Моздока» взлетают. Все самолеты сейчас «Солнце» переброшены на Оленью, это на северку, на Кольский полуостров, там, где Ту-95 располагаются, тоже еще одна база. И там есть СИСы, это специальные инженерные службы, которые снаряжают ракеты. И, в принципе, они по этим базам болтаются, эти машины. То, что был нанесен удар коптером, то есть коптерного типа беспилотником, это говорит о том, что группа, которая выполняла удар, она находилась на территории России. То есть коптер не пройдет 600 километров с Украины. Скорее всего, такая же группа, как в свое время был, таким же коптером в свое время был поврежден А-50 в Белоруссии. Вот такой же коптер, такого же типа коптер, ну, естественно, такого же рода группа, которая выполнила эту задачу. То есть это наша разведка, это либо главное управление разведки, либо служба внешней разведки. Кстати, они тоже очень хорошо себя зарекомендовали. Они также работают на дальностях как раз больше 1500 километров. Вот, может быть, и это и их рук дело. Еще не исключаю российских партизан. Они также могут выполнять такого рода задачи. Выполнено, как минимум, повреждено два самолета. Это возможно, так как самолет сам по себе имеет, это практически бомба, начиненная несколькими тоннами керосина авиационного. Керосин располагается в топливных баках, в полукрыльях и сверху самолета над двигателями. Потому подрыв боеприпаса, который рядом с самолетом взрывается. Если поджигает керосин, его сложно поджечь, но, возможно, загорается керосин, тогда самолет сгорает полностью, еще и зацепит рядом стоящие. Скорее всего, два борта, как минимум, было уничтожено. Пане Романе, окрім цього, є повідомлення і відео Курськ. Це на кордоні з Україною. Ми знаємо, що це одна з областей, яка є логістичним хабом, де регулярно перекидуються якісь війська, чи техніка, чи боєприпаси. Так от, є влучання безпілотника в залізничний вокзал Курська самого. І відповідно, чи можуть росіяни використовувати саме залізничний вокзал теж для перекидання зброї на в бік України? Ну, через ЖД вокзал точно йдуть, ну, не через сам вокзал, а по ЖД веткам йдуть воєнні ешелони, ешелони з боєприпасами, з технікою, з топливом, тому однозначно наші безпілотники могли йти по одному из таких эшелонов. А то, что сбили, допустим, беспилотник, потому что там работали по нему, он, естественно, упал там, где его сбили. Вот мы видели, видели удар по вокзалу в том числе. Это вот такая недоделанная ПВО россиян, в конце концов, больше самим россиянам принесет беды. Ну, а сам выход беспилотника, скорее всего, это уже беспилотник наш. То есть те беспилотники, которыми пользуется Главное управление разведки, типа «Бобра», у них дальность до 500 километров, это
Подтвержденная дальность до Москвы доходит, значит, до Курского, тем более до Курской железнодорожной развязки точно дойдут. Ну, этот не дошел до цели, следующие дойдут. У нас волнами выполняются эти задачи сейчас. И учатся, с одной стороны, операторы дронов, с другой стороны, накапливается определенное количество дронов. То есть при подготовке, полной подготовке операторов и достаточном количестве дронов будут производиться уже массированные атаки и по военным объектам, и по в глубину где-то до 500-600 километров. Пане Романе, по авіації є інформація, що наші вже нарешті пілоти відправились в Британію навчатися. Скажіть, будь ласка, скільки це часу займе, так як ви казали, 3-4 місяці, і плюс мова загалом. Як ви бачите цей процес? Коли вони зможуть повернутися фізично і вже працювати на F-16? Командуючий воздушними силами Вооружених сил України дуже хорошо розложив все движение. То есть выпускники 2023 года, это молодые летчики, которые отлетали уже года три. Сейчас три года. Раньше мы учились 4 года, сейчас именно летных. А сейчас первый год теоретических, потом 3 практических летных. То есть летчики, которые уже 3 года отлетали, имеют, допустим, классность БК, так называемую, без класса. Их удобно начинать учить сразу на дальнюю перспективу. Это очень важно. Так как летчик, как раз его лучше начинать с молодых лет, так сказать, если на дальнюю учить, то как раз с молодых лет. Вот правильное, грамотное принятие решения командующим в Великобританию. Там обучение будет больше теоретическое сначала, то есть язык, технический язык, их будут готовить уже к такому длительному пути жизненному в авиации. То есть будут доводить до уровня чуть ли не командира эскадрильи, командира бригады. То есть давать полный спектр теоретических знаний, ну а потом и практические, в том числе. В Великобритании, скорее всего, если будут на чем-то учить, могут учить на Еврофайтерах. Это правильно и грамотно. То есть это те европейские самолеты, которые, в принципе, они в европейских странах НАТО самые распространенные. Это 4 страны его производило, это примерно в десятке стран они есть. То есть вероятность того, что у нас будут эти самолеты в будущем, однозначно велика. И вот молодой летный состав как раз выделен для этого вида обучения. А выпускники 2016 года, то есть летавшие в 2016, уже 3 года, еще 7 лет их летали. Это 10-летние летчики. Это летчики, которые летали 10 лет уже. Это как раз тот высший класс, первого-второго класса, летчики с большим налетом, больше сотен, там, сотни часов налета. Эти летчики будут обучаться сразу на F-16 и в тех странах, которые будут определены. И в Америке есть там некоторые моменты, в Румынии, в Дании, в Нидерландах, то есть где-то с десяток стран также будут их обучать. Это тоже правильный шаг, так как их будут обучать сразу, вернее, переучивать, можно даже так сказать. Их будут переучивать по определенным видам боевой подготовки. Это время займет 3-4 месяца. 3-4 месяца, и в принципе перед Новым годом мы уже можем увидеть первую эскадрилью готовых летчиков вместе то есть на самолетах, которые будут выполнять такого рода, выполнять боевые задачи.